Больше 70% пришедших вчера на референдум казахстанцев проголосовали за строительство атомной электростанции на территории нашей страны. Такие результаты объявили сегодня в Центральной комиссии. Но с оговоркой «предварительные». Впрочем, судя по соотношению «за» и «против», исход вопроса уже определен. Моя коллега Анна Абрамова расскажет сейчас обо всех цифрах подробнее. Утро в Центральной комиссии референдума началось, если из кофе, то на ходу. Уже в 11 часов по времени Астаны все ее члены вышли на брифинг для того, чтобы объявить предварительные данные о голосовании. Количество галочек в полях «за» и «против» начали подсчитывать еще с вечера. А уже сегодня, буквально с 8 утра, данные из региональных и зарубежных участков стали отправлять в столицу вместе с электронными копиями бюллетеней. И все для того, чтобы как можно скорее подбить предварительную графу. Всего. Число граждан, проголосовавших за положительное решение, вынесенного на референдум вопроса о строительстве атомной электростанции в Казахстане, составило 71,12% или 5,561,937 человек от принявших участие в голосовании во всех регионах страны. Причем, по имеющимся данным, больше всего сторонников возведения атомной электростанции оказалось в Костанайской, Улутауской и Кызылординской областях. А вот больше всего проголосовавших за отрицательный исход в городах Алматы и Астане, а также Западно-Казахстанской области. Число граждан, проголосовавших против вынесенного на референдум вопроса о строительстве атомной электростанции в Казахстане, 2,045,271 человек из числа принявших участие в голосовании. В то же время при подсчете не учли больше 82 тысяч бюллетеней. В них было отмечено оба из предложенных вариантов ответа. А вот испорченных бланков оказалось еще больше – 130 267 штук. Их признали недействительными. К слову, сегодня же в Центральной комиссии референдума назвали и обновленные данные по явке. Процент пришедших на участки для голосования в сравнении со вчерашним показателем снизился. Впрочем, всего на какие-нибудь 0,2%. По последней информации, в референдуме приняли участие 63,66% казахстанцев, как внутри страны, так и за рубежом. Анна Абрамова, Улахат Миргалиев, столичное бюро КТК.